Через вот эту систему датчиков, в данном случае в этой модификации прибора их 20, значит, ультразвуковой, так сказать, волной после удара, который молотком по этому датчику наносится, по специальному этому, то вот этот, проходя древесину, ну, ствол в данном случае, он там через специальную программу рисует его внутреннюю структуру этого ствола и позволяет анализировать внутреннее состояние этого дерева. В том месте, где мы ставили эти датчики, то есть там где-то, ну, примерно ширина, вот эти наросты, которые есть по окружности этого ствола, они еще представляют, там, сказать, ну, есть калий, здоровые ростовые клетки, которые расширяются. А вот они примерно сантиметров 30, может быть, по диаметру 40. А остальное, вот там уже пустота, то есть там, ну, уже нет ствола, то есть он, ну, труха там, ничего нет, просто дупло.